Очередная атака. Здесь Брынцев направо. Сам же ее подобрал. Ошибается в итоге защитник Спартака. Уходит Яровой и забивает 1-5. Да, я понимаю сейчас досаду Красикова. Каждый практически опасный момент в воротах Спартака зажигает. За воротами Спартака зажигается лампочка. Красавец Станислав. Первый гол с игры в континентальной хоккейной лиге. И насколько же он заслуженный? Видно, что доволен.